Всем привет, ребята! Так, надеюсь, меня слышно. Отлично, все, да. То есть у меня вот такая новость. Вчера сами видели стрим, который жутко лагал. Как выяснилось, у меня это проблемы с интернетом. Сегодня я утром попытался запустить там, ну, в закрытом режиме, посмотреть, как это все будет идти. То есть проблема сохранилась. Решаю сейчас. Провайдером звонил им, обзванивал, сказал, что это... То есть они предлагают такое решение проблемы, как тестить, как бы смотреть. Если ничего не изменится, я просто сменю провайдера. То есть все равно надолго себя без вас, наверное, так сказать, да? Я не оставлю, потому что безумно, блин, скучно тоже без этих стримов. В общем, ну вот такая проблема. Не хочу просто насиловать ни себя, ни вас. В первую очередь, наверное, ни вас, потому что смотреть на лагающий стрим, я прекрасно все это понимаю, это просто ужасно. То есть вот, пока давайте наберемся терпения. И, ребята, кто еще как бы не подписан на группу ВКонтакте, подпишитесь. Ну, всякое бывает там. Поставьте, например, чтобы не приходили вам уведомления там. Ну, там редко что-то выходит. Но все же, нет-нет, я выкладываю там какие новости, чтобы как бы вы не теряли, что там произошло что-то. То есть, вот такая вот фигня. Так что буду решать эту проблему с интернетом. Всем спасибо огромное, не теряйте меня. Всем пока-пока.